Юрий Левитанский. Смерть. Я давно знаю, что когда умирают люди, и земля принимает грешные их тела, ничего не меняется в мире. Другие люди продолжают вершить свои будничные дела. Они также завтракают, ссорятся, обнимаются, идут за покупками, целуются на мостах, в бане моются, на собраниях маются. Мир не рушится, все на своих местах. И все-таки каждый раз я чувствую, рушится. В короткий миг особой той тишины небо рушится, земля рушится. И только не видно этого со стороны.